В Ленинском центре социального обслуживания «Вера» ведут активную реабилитационную работу с детьми-инвалидами, но нередко и их родителям необходима помощь и поддержка, ведь особенные дети требуют и особого подхода. Теперь для пап и мам в центре «Вера» открылся клуб, где они могут получить необходимые консультации и помощь психолога. На одной из первых встреч побывала наша съемочная группа. На этом уроке многим приходится заново учиться играть в игрушки. Правда, игрушки необычные, развивающие. При работе по развитию мелкой моторики руки – это шнуровка. Шнуровка может быть в всевозможных вариантах. Многие организации работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Но вот о родителях этих детей думают нечасто. В Центре социального обслуживания «Вера» решили это исправить. Мы провели экспериментальный тренинг для родителей, имеющих таких детей. Психолог поработал с ними, объяснил какие-то основные методы воспитания таких детей, реагирования на их эмоции, восприятие каких-либо ситуаций. Родители, которые приводят детей к нам на реабилитацию, с удовольствием посещают эти занятия, и психолог, собственно, с ними работает. Раньше, во время занятий специалистов с детьми, родители просто ждали своих отпрысков в коридоре, а теперь каждый занят своим делом. Потянули, потянули. Идем. Раз, два, три. Главная ценность этих занятий – здесь дают исключительно те знания, которые обязательно пригодятся родителям в повседневном общении с детьми. После каждого занятия мы с родителями обсуждаем наши маленькие успехи, наши неудачи. И, естественно, в зависимости от того, как ребенок ведет себя на занятии, я предлагаю родителям дополнительные программы, по которым они будут дома совершенствовать, отрабатывать тот или иной навык. Некоторые задания не получается выполнить ни с первого раза, ни со второго. Таким образом, взрослые могут понять, насколько сложно детям. Прежде чем обучать детей, мы сами должны на себе испробовать всю методику. Так, работаем хорошо. Впрочем, клуб для родителей посещают не только мамы и папы детей с особенностями развития. Полезны эти уроки будут и тем, кто привел своих дошколят на корректирующие курсы. Очень нужные уроки. Мы прям даже благодарны преподавателям, потому что у меня вот Дима в апреле вообще почти не разговаривал. Сейчас очень много слов и понимаем уже, что говорить хотя бы. Клуб для пап и мам начал работать на постоянной основе. Занятия проводятся два раза в неделю. Максим Козлов, Александр Логинов, Видное ТВ.